сладко спи. Иногда тяжело уснуть. Чаще всего тебе мешают мысли, которые крутятся в твоей голове. Думаешь о том, что сегодня произошло, или о том, что кажется для тебя тяжелым, или о том, что тебя пугает. Можешь снова и снова возвращаться к делам, которые должен был сделать, или мысли возвращаются к несделанному за сегодня. Эти мысли не дают тебе уснуть. Ложись удобно. Ложись на спину или на бочок. Ложись на живот или как ленивый кот. Твои мышцы и тело расслаблены, спокойны. Глаза закрыты. В этот момент, когда ты так лежишь, наблюдай за своими мыслями. О чем они? Можешь наблюдать за своими мыслями, как будто смотришь красочный фильм. Появляется больше новых слов, планов, картинок и мыслей. Иногда твои мысли веселые и смешат тебя. Иногда твои мысли неприятные. Можешь услышать их. Не должен верить в то, что рассказывают мысли, и не должен делать это. Мысли не имеют знаний, это просто мысли. Когда направишь свое внимание далеко от мыслей к животу, то почувствуешь, что в твоем животе нет мыслей. Медленно выйди из своей головы и перенеси свое внимание к животу. В животе спокойно. Можешь положить руки на живот и сконцентрировать внимание на месте, где твои ладошки соприкасаются с животом, далеко от головы. Тут на животе чувствуешь теплые маленькие волны. Твой живот поднимается и опускается, поднимается и опускается. В ритме твоего дыхания. Вверх, вниз. Чувствуешь маленькие волны в середине живота. Ритмичное дыхание. Ничего не должен делать. В животе нет мыслей. Только дыхание. И тишина. Концентрируйся на животе. Чувствуй, как живот медленно поднимается вверх и медленно опускается вниз. В твоем животе уютно, спокойно, нет сомнений. Глубоко в животе спокойствие. Отдайся этому большому спокойствию. Отдайся тишине и ровному дыханию. Спокойно дыши. Сладких снов.